Берта кого-то нашла. Походу куницу. Ух ты. Или лисицу. Кто там огрызался с тобой, малышка моя? Кто там? Кто-то рычит. Кто рычит? Енот, может, какой? Это лиса. Или кто ты там такой? Зверь. Так. Подземных ходов вроде нету. Тише. Енот надо или не надо? Нельзя, иди сюда, Берда, иди сюда. Нельзя. Что это такое? Пошел он. Нельзя, Берда, по. Нельзя. Иди сюда, дай сюда. Нельзя. Пошли. О, нельзя. Енот, я его забирать не буду. О, повтори. Не возле тебя. Да, пришел ко мне житель.
Тихо. Оп! Ты далеко от меня? Далеко от меня. Я думал, то куница уже. Давай доставать. Тебе надо енот посмотреть? Ну, тут надо жалко, я на кого. Да это она так, на эмоциях. Вон 20 метров от меня. Что, ты застрелил? Не. А чего? Че он нам? Друга убить было. Чего? Что он вредитель? А хуй его знает. Ну, держи, пойду. Берта, фу! Берта, фу! Иди сюда. А я думал, хуй завтра яйца потом, знаешь, эту тупу. Да и хуй, что, идет на проблему, что ли? Маленький. Все, не надо все. В воду схвал себе очки. Все, фу! Я когда его нашла. А мы мимо проходили, я вон там уже был метров 70. Слышу, гавкая тут, а он как раз так вот шел. Может, по ему и ходил. Ну. Все, не надо. Фу, 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 фу. А зверей тут... Лось. Зубров не бачу. Не, а ты бачу? Да. Да, да, ты снял? Не, не снимал. Блядь, ты чего? А он так вот через лес метров 30. Да, здоровый? Ну, это я бы не сказал, что он здоровый. Да? Такой уже. Черный. Ну. И он медленно идет, блядь, но за шум от него, как будто машина едет, блядь, по этому лесу. Главный вредитель, у которого врагов нет. Да. Закончилась наша сегодняшняя охота. Ничего мы не добыли, кроме енота этого. Так, а на сегодня все. Всем спасибо. Все, всем пока. Подписывайтесь, будем охотиться вместе.